Грузинская кухня давно запала мне в душу. Некоторые блюда известны широкому кругу людей в нашей стране, а другие не так часто встретишь на повседневном столе. Поговорим именно о таком. Делюсь рецептом, как приготовить чешушули по-грузински. Это настоящее мужское мясное горячее блюдо, оно в меру острое и очень сытное. Под это блюдо отлично подходит томатный соус, так что его не жалейте. Вся сильная половина моих гостей была в восторге от такого жареного мяса. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Говядину промойте и нарежьте брусочками в 4 см длиной и 1 см шириной. Лук почистите и нарежьте дольками, обжарьте его в сливочном масле на большом огне до золотистого цвета, поперчите, переложите в большую сковороду с налитым растительным маслом без огня. Помойте и нарежьте ломтиками болгарский перец, обжарьте его в пустой сковороде с растительным маслом в течение 4 минут, постоянно помешивая, затем оправьте его к луку. Мясо в миске перемешайте с 20 мл растительного масла и перцем, потом отправьте его на сковороду без масла. Вкусняшки, подписавшимся. Обжаривайте говядину партиями, около 10 минут каждую, важно, чтобы мясо хорошо поджарилось, затем отправьте его в большую сковороду к другим ингредиентам. Петрушку, розмарин и укроп промойте и измельчите, добавьте в сковороду вместе с хмели-сунели, перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огоне, спустя несколько минут жарки влейте томатный сок и аджику, перемешайте. Чеснок почистите и нарежьте пластинками, обжарьте его на отдельной сковороде, а потом отправьте к другим ингредиентам, накройте крышкой и оставьте на медленном огне на 20 минут. Помидоры помойте и разделите на дольки, добавьте их за 5 минут до готовности и снова закройте крышкой, затем сразу же пробуйте. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Говядина, 600 грамм, мякоть, укроп, 30 грамм, петрушка, 30 грамм, томатный сок, 100 грамм, розмарин, 2 штуки, веточка, репчатый лук, 4 штуки, болгарский перец, 3 штуки, помидор, 3 штуки, хмели-сунели, 1 чайная ложка, аджика, 3 чайных ложки, чеснок, 3 зубчика, сливочное масло, 20 грамм, черный молотый перец, по вкусу. Растительное масло 60 мл. Количество порций 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите в гости.